Обычно места в лагерях и санаториях предоставляют города Краснодарского края – Анапа, Ейск, Геленджик. По путевкам управления соцзащиты отдыхают дети, инвалиды. В прошлом году этим правом воспользовались 18 человек. Также дети из малоимущих и многодетных семей. Порядка 104 ребят побывали минувшим летом в лагерях и санаториях. Уже сейчас родители могут обращаться в кабинет материнства и детства и подавать заявку. Для того, чтобы оздоровить детей в летних оздоровительных лагерях, необходимо подать документ, удостоверяющий личность, значит, документы, подтверждающие родство, также документ, подтверждающий проживание на территории Краснодарского края, вот, ну и справочку для лагеря. Значит, в лагеря у нас оздоровительные едут дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно. А в санаторные организации Краснодарского края едут детки от 7 до 17 включительно.